Бейла ищет Нью-Йорк. Ему нужен этот паспорт, поэтому он охотится за всеми, кто покупал такие сумки. В городе 8 миллионов человек, он никогда не найдет. А кто как сейчас найдет ее? Если мы не найдем ее раньше, увеличь картинку. Она купила кофе в кофейне Java Loft. И что? Мы ищем студию Йоги рядом с такой кофейней где-то на канал Стрит. Куча вариантов. И у Бейла аккуратно. Да, ну, потрясающий тарифный план. Будем искать эту девушку. А вы узнаете, покупал ли кто-то еще такие сумки? В 5 кварталах на канал Стрит есть 4 кофейни Java Loft. А студия Йоги? Время на видео было 3.22. Но у нас студия, которая занята, заканчивается около 3. Может, она шла на занятия?